let's talk about macOS. But what should we call it? Well, that brings us to the latest exploits of our crack marketing team. With their annual Vision Quest postponed, our merry band of nomadic namers wandered aimlessly through the California hills before donning their technicolored wetsuits and immersing themselves in the inspiration of the beautiful rich waters of Monterey. macOS Monterey gives you the power to accomplish more than ever and helps you work fluidly across all of your devices. Итак, всем доброго времени суток. Начинаем говорить об операционных системах, которые нам показала Apple на конференции разработчиков WWDC 2021. И начнем, пожалуй, с macOS Monterey, 12-я версия, Developer Beta 1. Вот, пожалуйста. Не все функции работают. Мы берем любое устройство Apple, будь то iPhone, iPad, если у вас есть MacBook другой, или два MacBook, или MacBook и iMac. Я, например, беру iPad и смотрите, AirPlay. Macintosh iPad собирается выполнить AirPlay на этот Mac. Отклонить или принять? Принять. Вводим пароль на iPad, который я указал в настройках. iPad этот не мой, но у нас в семье есть iPad. iPad 5-го поколения 2017 года. Здесь уже установлено iPadOS 15. Об iPadOS мы поговорим в следующих роликах. Отключаем iPad от AirPlay. Все, мы вернулись в macOS Monterey. Таким образом, везде, где есть значок AirPlay, можно подключиться к компьютеру по AirPlay. Будь то музыка, Apple TV, если вы на iPhone и iPad смотрите, вы можете либо включить на Mac, например, вы включили в Apple TV Plus какой-то сериал, включили серию, она воспроизводится на iPhone, но вы нажимаете на значок AirPlay и подключаетесь к компьютеру. Это очень полезно, потому что, например, я не хочу сидеть, например, около компьютера и смотреть кино в Apple TV Plus. Я хочу сидеть на диване, на кровати, то есть подальше от компьютера. Я включаю кино в Apple TV Plus на iPhone, подключаю по AirPlay и могу с легкостью управлять. Например, мне надо серия закончилась и мне надо включить новую. Я беру и включаю новую и вывожу в AirPlay. AirPlay поддерживается только на последних версиях программного обеспечения, а именно iPadOS 15, iOS 15, tvOS 15, и обязательно должна быть установлена на вашем Mac или Hackintosh macOS Monterey. Очень удобная функция, это мне очень понравилось. Это моя любимая функция теперь. Поехали далее. Apple представила Universal Control. Что это такое? Это улучшенная, я бы сказал, улучшенная Continuity. Continuity — это вы начинаете на одном устройстве, продолжаете на другом. Но Universal Control позволяет работать, используя связку Mac и iPad. Я, к сожалению, показать вам этого не могу. Я не знаю, работает ли это на Hackintosh. iPad-то у меня есть, но на iPad должен быть выполнен вход в Apple ID, мой Apple ID. А планшет не мой, поэтому показать я вам не смогу. Тем более я не знаю, на Hackintosh это работает или нет. Скорее всего, работает. Ключевые функции, такие как AirPlay и Universal Control, должны работать на процессорах Intel. Едем дальше, FaceTime. FaceTime добавили. Смотрите, создать ссылку есть кнопочка. Копируем ссылку и, например, у кого-то, если, скажем так, Android или Windows, то есть нету никакой техники Apple вообще. Ни Hackintosh, ничего. Мы копируем ссылку, отправляем владельцу Android или Windows, и он сможет подключиться к нашему диалогу. Например, вот я присоединиться нажимаю, вот добавить человека нажимаю, и вот, например, добавляю свою бабушку, но она не добавится сейчас, я не знаю почему. То есть, видите, можно добавлять всех, у кого есть iPad, iPhone, Android, Windows. Это как, знаете, как называется конференция? Есть вид с сеткой, то есть когда будет очень много людей здесь,
бит-сеткой. Еще функция, но она здесь не работает. Я не знаю, почему она не работает. Называется Sharing Play. Во время вызова FaceTime, то есть вы можете разговаривать и смотреть вместе Apple TV, Apple Music слушать. То есть музыку, фильмы, фотографии, все можно расшарить свой экран в FaceTime. Например, вот эта вот кнопочка, вот эта, называется Sharing Play. Но в первых бета-версиях эта технология не работает. Совершенно не работает. Что касается Voice Isolation, так вот это должно работать. Но так как это первая бета-версия, я не знаю. Я не могу протестировать, не могу показать, потому что не работает пока что. Что такое Voice Isolation? Например, громко гавкает собака. Или кто-то пылесосит, или что-нибудь еще. Плачет там, ребенок плачет. Кто-то ругается на улице, что-то происходит. Кто-то сверлит у вас в квартире стенку или долбит по потолку, и вас плохо слышно. Включаете функцию Voice Isolation, и собеседник не будет слышать ничего, кроме вашего голоса. Вот, это, я думаю, тоже полезная функция. Далее, альбомная ориентация, но пока не работает. Я не могу показать. Что-то оно пока ничего не работает. Вот, я так скажу. Даже на айфоне и iPad я проверял, не работает. Очень сильно прокачали FaceTime. Скажем так, FaceTime — это мое любимое средство общения. Удалить из недавних нажимаем. Удалить ссылку. Далее, новый FaceTime. И тоже мы выбираем, с кем мы разговариваем. Это уже с теми людьми, у кого устройство Apple. Что касается аудиозвонка, так можно и аудиозвонок сделать. Вот, например, раз, аудиозвонок, трубочка. Хлоп. Видите, как iPadOS немножко зависает. Поэтому я вам говорю, не ставьте первые бета-версии, ставьте только релизы. Я не понимаю людей, которые сидят на бета-версиях, как бы все, вот WWDC прошло и все, она вышла. Надо ставить срочно. Нет, не ставьте, потому что лаги, баги, все есть. Я вам хочу показать несколько багов. Во-первых, он может у вас резко сам перезагрузиться. У меня такое было. Во-вторых, заходим в настройки, заходим в рабочий стол и заставка. И мы не можем поменять изображение рабочего стола. Вот только на Big Sur, только Big Sur-овская графика. А если любой другой, мы не можем этого сделать. Мне кажется, это не баг, это просто надо это дело скачать. Давай, 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 давай. Оп! Это не баг. Ребята, все. Вычеркиваем эту штуку из категории багов, скажем так. Просто загружаем все картинки. Вот, смотрите, хлоп. На облачко здесь нажимаем, на облачко, они загружаются. Давайте, раз, 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 раз. Все, это не баг, ребята. Хотя я думал, что это баг, но это не баг. Поэтому Mac-юзеры, хакинтошники, у кого не меняется изображение рабочего стола. Все оно меняется. Просто нужно было нажать на облачко вот прямо на фотографии. Вот они у меня скачиваются. Вот давайте смотрим. Раз, два. Никто из хакинтошников этого не понял. Я смотрел обзоры других блогеров. Никто этого не понял. Думаю, дай посмотрю. Может, у меня что-то получится. У меня получилось, ребята. Не поверите, я даже смотрел обзор Коновалова. Но это ужас один. Я на него не подписан, просто иногда, просто чтобы посмеяться. Бывает, нету настроения, знаете. Вот, 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 вот. Все меняется, все скачано, все меняется. В Apple ID, в iCloud есть функции Private Relay. То есть это как бы скрыть IP-адрес. К сожалению, в Беларуси это работать не будет. Белоруссия, там еще какие-то страны. Но если поступить по-хитрому, Россия будет поддерживаться Private Relay. То есть iCloud Plus будет полноценно поддерживаться в Украине и России, и стран СНГ. Значит, эта штука работает. Скрыть email. Сейчас мы войдем. Ну давай, родной, заходи. Значит, вот.
Например, я зашел, ну куда? Вылетело. Вот это тоже бывает вылетает, когда ты что-то делаешь и вылетают. Например, мне надо восстановить пароль от одноклассников или, ну какой, короче, от социальной сети. Я копирую этот ящик и на него запрашиваю новый пароль. И с этого ящика мне уже приходит на мой Apple ID новый почтайм. Функция скрытия mail позволяет приложениям связываться с вами без доступа к вашему настоящему адресу. Сделано это в целях безопасности, конфиденциальности. Apple очень много говорила про privacy, iCloud Plus, там все это было сказано. macOS Monterey поддерживает Special Audio технологию, но работать она будет только с AirPods Pro и AirPods Max. К сожалению, функция Special Audio не работает со всеми поколениями наушников AirPods. Нужно бежать, обновлять наушники. Потому что вот, например, Dolby Atmos я не могу слушать. В Apple Music тоже. В Apple Music запустили официально Lossless, Dolby Atmos. Вот, и я не могу слушать это. То есть оно играет, но в обычном качестве, который был раньше. Поэтому нужны AirPods Pro, либо AirPods Max. Дальше поехали. Мы с вами спокойно, свободно общаемся. Смотрим новую систему от Apple для компьютеров Mac. macOS 12 Monterey. Давайте для большей правдивости обзора поставим картинку официальную, обычно. Special Audio поддерживается также в FaceTime. Далее смотрим. В настройках появилась отдельная кнопочка Passwords. То есть это связка ключей. Раньше этого не было. Я не буду сюда нажимать, потому что там все мои пароли, все мои аккаунты, чтобы не палиться. Вот. Значит, теперь Siri. Siri тоже должна работать, но у меня она почему-то не активна. А, хотите включить? Хотим включить. Здесь можно выбрать голос для Siri. То есть, например... Приветствую, я Siri. Выберите голос, которым я буду говорить с вами. Приветствую, я Siri. Выберите голос, которым я буду говорить с вами. Привет, Siri. Привет, я Siri. Чем могу помочь? Покажи погоду на завтра. Погода завтра будет плохая. Будет 52 градуса. Ожидается дождь. Упс. Надо поменять с Фаренгейтов на Цельсии. Фаренгейты я не понимаю. Кстати, портретный режим в FaceTime на Mac пока не работает. Представили портретный режим. Это не работает. Хотелось бы пробежаться по заметкам. Например, вот у нас Quick Note функция. И как я понял из WWDC, я в отличие от, в кавычках, самого лучшего канала во всем мире по Хакинтошу, знаю английский язык. На презентации говорилось про Quick Note. То есть, смотрите, мы открываем Safari, мы заходим на какой-то сайт. Давайте Safari тоже мы посмотрим. Мы открыли сайт. Нам надо сделать заметку, мы открываем быструю заметку. И у нас просто ссылка написана. Также мы можем добавить, например, я хочу добавить в заметки сайт по программам для macOS. То есть я беру добавить ссылку. Я могу что-то написать, я могу скопировать текст любой с сайта, например, и добавить это в быструю заметку. Вот такое интересное нововведение в macOS 12. Далее, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Такая очень интересная фишка. Заходим сюда. То есть теперь на экран входа можно добавлять мемоджи. Например, вот... немножко увеличиваем, сохраняем. И этот мемоджи, он двигается. Например, если вы неправильно ввели пароль, он начинает... качать головой или что-то еще делать. Если вы правильно ввели пароль, он улыбается и система начинает входить. Выбрать можно позу, стиль, то есть все как на айфонах. Эмодзи можно ставить тоже любые. Фотографии. Короче, вот это тоже все прокачали. Что касается iMessage. Здесь тоже все прокачано, но показать я вам этого не могу,
потому что я не использую конференции в iMessage, то есть групповые чаты. Просто не с кем. Нету столько людей, кто этим пользуется. Хотелось бы отметить, вот здесь камера. Аудиовызов или видеовызов FaceTime можно теперь сделать из приложения сообщений. Прокачали фото. Я считаю, что стоит об этом сказать. Причем сделали это на всех устройствах. Например, вот у вас есть воспоминание какое-то, оно сформировалось. Там можно добавить какую-то музыку, какие-то эффекты, переходы. В обзоре iOS 15 я вам это покажу. Я не могу сказать, что это обзоры операционных систем. Нет, это просто мои впечатления, то, что мне понравилось. Как бы вот так. Много нововведений по security, по privacy, по всему. Вот, я готовлю ролик итоги WWDC, но он выйдет немножко позже. Мне нужно просто его доделать. Safari у нас тоже претерпел изменения. Например, вот, откроем. Вот, например, Яндекс у меня и сайт с программой. Но откроем еще... Откроем сайт, например, еще один. Допустим... Смотрите, у нас Яндекс, AppStorrent и Bitbucket. Яндекс у нас белый, AppStorrent у нас черный, Bitbucket у нас синий. То есть Safari меняет цвет в зависимости от оформления сайта. Также можно создавать группы вкладок. Новая группа из трех вкладок. Нажимаем. Хлоп. Например, macOS. Все, у нас есть группа вкладок. Например, вот мы закрываем теперь. Вот у нас начальная страница. Ничего примечательного у нас тут нету. Немножко подлагивает. Нажимаем на группу. И открывается наша группа. Давайте мы нажмем завершить. И нажмем вот откроем. Нажимаем на группу и открывается у нас наша группа вкладок, которую мы ранее открыли. Довольно-таки удобно. В Safari изменился дизайн. Теперь вкладки выглядят вот так. Вот. Также Safari теперь поддерживает расширение. Внимание, расширение с iPhone, iPad. Расширение с мобильного Safari. Кроссплатформенность расширений. Вот такая вот у нас новая система выйдет осенью 2021 года. macOS 12 Monterey. Всем спасибо за просмотр, увидимся. Ой, простите, забыл упомянуть приложение команды. Siri Shortcuts появилась на Mac. Можно создавать команды на Mac, и они будут синхронизироваться с вашим iCloud. Вот такая macOS Monterey. Увидимся.